Всем привет! Серьезная схватка с магом электроцицинов. Это вторая попытка, ребят. Первая, к сожалению, была провальная. Вот эта колода, я почти ее победил. Это было, ну, неописуемо, если честно. Не могу даже объяснить, каким образом мне удалось проиграть, но это просто безумие. Так, давайте серьезно подойдем к этому, потому что на самом деле я ожидал, что будет чуть проще, чем казалось. Понятно. Ладно. Ой, начинается, ребят, безумие, поверьте. Начинал я, кстати, то же самое, надеюсь, в этот раз я не ошибусь. Надо было, может быть, начать с нее, вызвать... Да, может быть, моя ошибка. Так, ладно, давайте. Давайте еще раз. На самом деле, многое от удачи зависит, от того, какие карты выпадут. А почему я решил опять играть этой колодой, если я проиграл? Ребят, мне она очень нравится, на самом деле. У нее большой потенциал, и где-то я допустил ошибку в прошлый раз, и я хочу попробовать... О, нет... Ух, ладно, давайте минус 2 сделаем, все неплохо. Так, у нас еще остается 2 дайса, может быть, вытащить карту. Да, конечно, давай. А, я предлагаю тогда... Нет, или да, или нет. Я не знаю. Так, если мы еще раз минус 2 сделаем, да, или минус 1. Вообще, на самом деле, одной картой пожертвовать ради того, чтобы... Я думаю, да, вот так вот мы сделаем. Ну да уж. Неприятная ситуация. Неприятная. Так, фаза создает универсальный элемент X2. Фаза хода. Надо будет ее применять на следующий раз, да? Обязательно. Обязательно. Ладно. Я, наверное, вот так вот сделаю на всякий случай. Придется опять, наверное, скипнуть вот эту штуку. Я делал то же самое, вы не поверите, в прошлый раз. Но... Сейчас, может быть. Ты. Так, здесь, по-моему, было больно мне от него. То есть, когда он сейчас сделает мне просто жуткую тему. Я, на самом деле, знаете что? Я в этот раз попробую... Он Ешкой ударит, да? По-моему, он бьет Ешкой, если не ошибаюсь. Хотя там ульта будет. Хотя будет ульта. Переключиться или нет, вопрос. Так, минус 3 плюс 1. Потом мы переключимся на нее, по сути, да? Угу. Ладно, давайте. А, по идее, он бьет или не бьет, я не помню. Бьет, да, обычной атакой. И минус 5, опять минус 5. Ну, вы понимаете, что это такое? А, я вспомнил теперь. Конец хода. По-моему, эта ошибка как раз и привела меня к поражению. Да, печальная ситуация. Но я опять сделаю то же самое, что делал в прошлый раз. Но я почему-то уверен, что должно было сработать. Ну как так-то? Ага, теперь-то огонь, да? Ну теперь-то огонь, молодец. Короче, но если мы сделаем вот так вот, по идее, это должно сработать. Теперь, что мы делаем? Я хочу вылечить ее. Я хочу переключиться на нее. И я хочу ударить с ульты. Минус 5, да? Ну да, придется минус 5. Так. Ладно. Ну, в принципе, мы обменялись нормально, да? Переключиться мне не удастся, и тем более вообще ничего не удастся мне. Короче, я, скорее всего, ее потерял, да? Ух ты, объявлен конец схода. Ну, давайте, обычная атака, минус 3. Оу. Нет, мне кажется, что в прошлый раз мне было проще. Но сейчас еще эта штука ударит, и минус будет ее, да? Скорее всего. А, нет, смотрите. А, мы переключились. О, мы ее спасли. Мы ее спасли. Так, ладно, подождите. Это еще не конец. Ух. И как напряженно все. Опять Крио. Такое чувство, как будто... Ну, переключаться сейчас нет смысла. Я, скорее всего, в любом случае ее оставлю. Так, у нас есть Гео. Хорошо.
Дайсы идут, ребят, дайсы идут. Вот здесь, может быть, что-нибудь пойдет в нашу пользу, надеюсь. На самом деле, с ульты бы, конечно, тебя прикончить. Но, скорее всего, мне не получится. Придется делать вот так опять. Жесть. А у тебя я могу прикончить? Так, отлично. А, для этого мне потребуется, наверное, использовать много всего. Например, вот это. Да, и вот это. Минус 5. Тебя мы уже не увидим, наконец-то. Вот я же говорю, тут очень много зависит от удачи. Да, мы еще не победили. Да, конечно, этот сейчас ударится, это будет просто невероятно. А, ну да, это будет конец. Минус 8 он делает. Офигеть. Так. Но мы его не пробьем, да, скорее всего. Сейчас яичницы не хватает, ребят. Сумму яичницы не хватает. Ай, по-моему, опять та же ошибка, что и была. Ну как так-то? Когда... Я не понимаю, насколько он силен. Это просто фантастика, если честно. Давайте еще раз сделаем это. Нет! Да нет же, ну а как же он это делает-то? А в прошлый раз, на самом деле, я продолжал бить. Оно сейчас переключится, нет? О, отлично, нет. В этот раз, может быть, я смогу победить. Минус 2, есть. Так, минус 2 это хорошо. Минус 2 это очень хорошо. Да, а, нет, не, не, никакая ульта. Нет, ни в коем случае. Сейчас нам ульта вообще не нужна. Мы делаем вот так вот. И сейчас ульта от нее будет, да? Жесть. Ну что, мы один на один остались, да? Я пока попробую вылечить хоть как-нибудь. И все будет зависеть от следующего раунда, ребят. Жесть! Если я сейчас ее просто не убиваю с одного удара, ну это конец уже, как вы догадались. Оу, какая судьба, неприятная судьба. Так, или нет? Или нет все-таки? А ну-ка иди сюда. До свидания. Есть! Я уж думал, на самом деле... Слушайте, но тут была моя ошибка, знаете, когда? Когда бил вот этот вот... как же его зовут? Агент? Агент, да? А, на минус 8. Надо было подставить, наверное, все-таки другую карту, которая погибла бы в любом случае. Это сеньор надо было подставить над, под его ульту. И тогда бы мы не потеряли бы, конечно, у этого хиличурла. Ой, ну это безумная битва была. Мы пока что на данный момент победили всех и можем отправляться в открытый город, ребят.
Там соперники будут сложнее, конечно же, и условия будут более серьезные. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Пока.